А вот кировскую сборную по карате представляли исключительно девушки. На первенстве и чемпионате России, которые проходили в Москве, Елизавета Перминова и Анна Ефремова стали бронзовыми призерами, каждая в своей возрастной категории. О других новостях спорта смотрите в коротком видеообзоре. В Зеленограде завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек от 14 до 18 лет, инвалидов по слуху. В соревнованиях принимали участие более 100 спортсменов из 21 региона. Кировскую область представляли воспитанники советского клуба «Кукарские медведи». Елена Свинцова стала победительницей, а Антон Сюзев занял 3-е место. По итогам старта сформировали резерв национальной сборной, куда вошли и наши спортсмены. Игроки кировской команды по хоккею с мячом «Родина-96» стали 3-ми на первенстве России. На турнире в Ульяновске наши ребята одержали 5 побед и потерпели 2 поражения. Первое место у воспитанников «Волги». Специальной награды «Лучший защитник» удостоился кировчанин Константин Сырцев. 26 апреля на главной площади города пройдет праздник «Автовесна на Театральной». Кировчане смогут увидеть автомобильную выставку новинок от ведущих дилеров области и соседних регионов в одном месте и юбилейный старт чемпионата Кировской области по авторалли «Я сама 2014». Также перед зрителями выступят сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения.